Айоу, всем привет! Сегодня смотрим Джиджоу, жирный уёбок. Шикарное название вообще. Чё, будем стебаться по ходу сейчас, ну, смотреть, как стебутся над полными толстыми людьми. Не знаю, что-то как-то понравится, не понравится, но второй сезон, так скажем, ГГ-шоу, ну, такое себе в общем и целом. Я вообще не знаю, зачем, нужна ли вам реакция на ГГ-шоу, короче, пишите в комментариях. И жаль все-таки того интернет. Аккуратней ходи, жирный уёбок! Мам, что? Дед? Съебался! Аккуратней ходи, жирный уёбок! Жирный уёбок! Жирный уёбок! Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Сам ты жирный уёбок. Ты этот мужик, расслабься. Я тебе не пишу. Давай, давай. Представлял. Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Чё ты сказал? Кто жирный уёбок? Да, это я, уёбок. Простите меня, пожалуйста. Я лох, я во всем виноват. А вы просто крутой человек. И в качестве извинения вы можете прийти ко мне домой и трахнуть мою жену, фотомодель. Она, кстати, вот такая. Простите меня, пожалуйста. Съебался отсюда. Хорошо. Спасибо большое. Ой, блин, ну есть такая тема, если честно. То, что... Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный приходит уёбок. После, в итоге. Ну, обдумываешь какую-то уёбок. Ситуацию и думаешь, блин, почему я вот так вот не сказал, или так вот не сделал, и так далее. Думаешь об этом. И вот это примерно так. Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Жирный уёбок. Аккуратнее ходи, жирный уёбок. Ну и что ты теперь скажешь, а? Мама? Сынок! Мама! Попроси у нее прощения, сынок! Прости, прошу. Пожалуйста, прости! Хочешь эти ноги поцелуй, все, что хочешь, сделай, пожалуйста, отпусти ее! Это уже too much, чувак! Аккуратнее ходи, жирный уебок! Жирный уебок! Аккуратнее ходи, жирный уебок! Что? Съебался!
Я тебе еще все докажу. Ох, ничего себе. Благотворительный фонд известного актера Нурсултана Курсуналиулу Fair Bastard Company выделил рекордный за свою историю 20 миллионов долларов, которые будут переведены 100 организациям на программы по защите окружающей среды. Также самый известный актер сейчас находится у себя на родине в кругу своих близких и родных. Подожди, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, на жизнь. Че, не узнаешь? Это ты? Ну и кто теперь? Уёбок! А? Я уёбок. Громче! Я уёбок. Слышь, уёбок, а? Съебался отсюда. Аккуратней ходи, жирный уёбок. Сам ты жирный уёбок. Ага, не ожидал. Хочешь потеребить мои сосочки? Да я не против. Капец. Что за хрень приснилась, а? Аккуратнее ходи, шланг ебаный. Что? Съебался нахуй. Аккуратнее ходи, шланг ебаный. Шланг ебаный. Шланг ебаный. Шланг ебаный. Вот прямо сейчас ты можешь взять... Ну чё, забавная серия. Не стебались над весом. Всё нормально. Просто показывали ситуацию и то, как люди на самом деле накручивают себя. Ну, я уже сказал всё, в принципе, после каких-то ситуаций. И мне это очень знакомо. 500 раз миллионов тысяч я так делал. Ну, то есть задумывался и думал, блин, почему я там так не сказал, почему это я так... Вот, ну, такие тараканы, наверное, в голове у людей. И мне кажется, это, ну, многим знакомо вообще. Так, в общем и целом, неплохая серия. Но название, конечно, жесткое. Мне кажется, вообще идеально было закончить вот именно тем, то, что вот 5 лет спустя, типа он, ну все, в итоге тот бомж, и, кстати, он уже играл бомжа, тоже забавно такая, типа отсылочка, как будто, возможно, это бы тот и был. Короче, вот, ну, было бы идеально, если бы они именно так и закончили, но там что-то сол какой-то, инопланетянин, what the fuck, вообще ничего не понятно. Но, в общем, в целом, как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание, всем пока. Check it out.